Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ребят, сегодня у нас что? Сегодня суббота, а я до сих пор нахожусь в Лиге Сёгунов Одна Звезда. То есть, чувствую, полный фейл будет у меня с этим. С попаданием в Лигу Мастеров. Потому что у меня, ну, в данный момент, пока я видосик этот записываю, сегодня мне в ночь надо будет идти. Время... 5 час, то есть буквально через часок я пойду на работу. И, соответственно, еще и завтра работать. А это говорит о чем? А это говорит, ребята, о том, что мы с вами... Что-то как-то подлагивает, или мне кажется. А это говорит о том, что мы с вами просто-напросто не успеваем по времени. Так, ну что, у нас 43-я позиция. Это Лига Сёгунов, да? Блин, то нам еще в Лигу Мастеров надо попасть. Ой. Лига Сёгунов 3 звезды для начала взять надо. Ребята, 3 звезды. А уже потом, как говорится, строить какие-то беспечные планы по поводу того, что мы с тобой сможем все-таки пробиться как-то в Лигу Мастеров 3 звезды. Естественно, мне этого очень хочется, друзья мои. Но вот как оно реализуется у нас все. И сможет ли у нас это получиться, под вопросом. Опять же, ребята, практически все это время продринкал в Юниверсе. Я тебе скажу, что она игра интересна, но она не прощает ошибок. Буквально сегодня играл, дошел до такого тупика, что теперь, ребята, придется нам с вами загружаться до более ранней версии и начинать, потому что напортачил я там с нефтяными вышками и с газовыми вышками, а без них наши заводы не работают. И, короче, я в такой коллапс там погнался за технологиями, не обеспечив себе, как говорится, ресурсную базу. И получилось так, что... Получилось так, что я остался без заводов, потому что они стали работать. Плюс у нас там катаклизмы, естественно, кислотные дожди. Температура земли нагрелась. В общем, там начало... Там просто коллапс, ребята. Это еще при том, что на меня не полезли войной. Если бы на меня там полезли волной, у меня электричества нет, у меня все башни отключились, меня в этом разорвали. Поэтому я сделал такой... как сказать? Принял такое решение для нас. Ну, вы увидите там все по видосику, что нам надо будет начинать загружать, наверное, игру в следующей серии с того момента, когда мы еще начали первую нашу войну с нашими, так сказать, пока еще доброжелательными соседями. Вот. Единственное, что я вот не понял, ребята, я вот их разношу там к чертовой бабушке все, а они буквально моментально опять отстраиваются. Как, откуда это появляется, не знаю. Короче, космос я так и не разведал, потому что, я еще раз говорю, ребята, ресурсная база у меня в трым-тарарам пошла, я ничего не смог сделать. Естественно, никаких технологий, естественно, никаких киборгов я поставить не смог. Ну, уже не говорю о том, чтобы из космопорта их отправить на новые планеты, нет. Так что, ребятушки, будем там немножко по-другому все это переделывать уже. Как говорится, хорошо, что можно откатиться назад и начать с предыдущей записи. Хоть на этом спасибо. Так, по поводу, друзья мои, режь и руби. Ну, как всегда, без косяков не обошлось. Начал я играть. Очень-очень много там прошел. А когда захотел рендерить видос, а он не записался. Прикинь, а назад уже не сделать, ребята. Там она идет онлайновая, ну как бы в реальном режиме. То есть сохранение идет там, откуда ты вышел. И я принял такое решение, что я перехожу с китайского сервера на европейский сервак. Вот. И начну все заново. Ну как начну все заново? Дойду до того момента, где у нас был на азиатском сервере, и уже запись продолжу с того самого момента. Потому что, ребята, там довольно интересная история. Там про пацана, точнее там девочка будет. Там будет история, рассказывается про лагерь, как они любили издеваться над новичками, как они подставляют. Там тебя ставят под сомнение, стоит ли тебе доверять этому лагерю в целиком полностью или же быть на стороже. В общем, вот этот весь момент, ребята, который
был, должен был быть записан, но так как у меня все это не сохранилось, мне придется, ребята, заново, потому что, ну, довольно интересная история там начинается. Там приходит шестерка этого владыки, который собирает трупы. Вот, естественно, перед ним там все стелятся. Потом там будет стражник, главный стражник охраны, который издевается над одной девушкой. И я так понимаю, мы впрягемся. Я, точнее, уже там впрягся за эту девушку. Но еще раз говорю, ребята, когда посмотрел, что это не записывается, естественно, я все это дело прекратил и буду уже на другом сервере перепроходить все это дело. И главное, чтобы не было больше этих непростительных ошибок в будущем. Так, ну что, ребята, пока у нас все идет хорошо, как обычно, ребят, анонсы своих игр, да, мы обговариваем в черепашках, потому что больше негде обговаривать. Вот. Так что все заходите, кому интересно, на второй канал и присоединяйтесь, ребята, к нашим нормальным таких прохождениям. Так, в покемонов я пока, ребят, не играл. Ну, не в покемонов, а в Palworld пока не играл, потому что две серии у меня лежит еще. До сих пор я их выложить не смог. Все времени у меня, как всегда, не хватает. Но выложу, может быть, сегодня-завтра. Также и по Юниверсиям тоже, ребята, одна серия там у нас висит. Надо только ее оформить и выпустить. Слушай, ну, в Лигу Сёгунов три звезды. Судя по всему, мы с тобой сегодня все-таки попадем. Но три звезды в Лиге Сёгунов — это, знаешь, не три звезды в Лиге Мастеров. Еще все равно придется попыхтеть, попотеть. Завтра у нас воскресенье, в принципе, один день. И плюс еще понедельник, а в понедельник у меня выходной стопроцентный, поэтому можно будет, да, в понедельничек довольно неплохо наверстать упущенное и все-таки пробиться в Лигу Мастеров 3 звезды, потому что нам нужны, ребят, платиновые осколки. Вот. В Дракон Всадники Олуха зашел поиграть за кадром, но там у нас, ребят, события, я даже не знаю, по-моему, там 2 дня осталось уже. По-моему, 2 дня это прошло, оно, наверное, уже либо закончилось, либо уже ближе к тому, чтобы закончиться. И оно было как раз там на 2 заходки. То есть, даже если я зайду. И самое удивительное, что меня взбесило, ребят, что опять вместо 5 энергии дали всего лишь 4 или даже 3. Вот это вот меня начинает просто выбешивать. Зачем они такое сделали в игру? Раньше всегда в любом событии, когда мы заходили, нам давали 5 энергий. То есть я всегда рассчитывал, да, что игра там, точнее, это событие на 2 заходки, если там 10, как сказать, 10 промежутков. Или же там, например, на 1 заходку. Теперь все немножко по-другому, ребят. Теперь вот так вот на шару не получится, потому что ты вроде просчитываешь 2 раза по 5 поединков, 10, да, это получается на 2 заходки, то сейчас они дают либо 4 энергии, либо 3 энергии. Все приходится наоборот. Ну и, соответственно, если 3 энергии, то это получается на 3 заходки уже вместо 2. И если 4, то получается на 2, на 3 заходки все равно, да. И получается у нас, например, 10 взять, потому что там получается 8. И еще 2 заходки нужно делать либо за свой счет, либо ждать еще сутки, чтобы ты смог ее пройти. Ну, короче, такое себе удовольствие, я тебе скажу. Все они переделали, все там в худшую, причем, ребят, сторону. Пока у нас все неизменно, это в наших любимых черепашках. Все пока стабильно, все ровно, поэтому нормально играем. Но вот сейчас мне в данный момент почему-то кажется, ребят, что игра как-то немножечко, ну, как бы, то ли подфризивает. Я, кстати, вот заметил, друзья мои, что у меня в Юниверсиме, когда мы с собой, например, долго играем, да, в нее, и уже там, ну, спустя час, начинается вот в конце какое-то подлагивание. Как будто, знаешь, как будто не хватает оперативной памяти. Хотя у меня ее 60 гигов, ну вот такое ощущение не хватает. Или видеокарта не справляет, не знаю. В общем, начинает как-то подфризивать все. Причем, если ты загрузился, перезашел в игру заново, у тебя таких проблем нету. Я не знаю, с чем это связано. С чем? Может быть, кэш забит, может, еще что. Пока непонятно. Но факт то, что вот ты сохранился, перезагрузил, зашел, все вообще идеально. Опять тебя где-то на час хватает, потом начинает опять вот это вот барахло все
заново начинаться. И подфризивает вот типа так же, ребята, вот как сейчас в черепашках. Вроде должны быть идеально плавные движения, а есть такое микро-микро, ребята, как задержка. Но она прям чувствуется. А это вот особенно бесяво, когда ты, например, играешь в ХКР, и вот там вот такая вот задержка просто до психоза, ребята. Просто начинаешь психовать, я не знаю. Ну что, ребята, в Лигу Сёгунов 3 звезды мы с вами дошли, сотое место. И это уже дорога до Лиги Мастеров. Сейчас будет, но мы ее не получим. Это уже 100%. Потому что дури у нас не хватит, соответственно. Ни дури, ни персонажей. Ну давай, влупляй. Зыбана. Зыбана она, ребята, всех валит, да? Кунаичка наша. А поначалу казалась такая слабачка. А сейчас видишь, как вжаривает. Очень круто. Так, ну что, 10 ступенек, ребята. Если так и пойдет дальше, то в принципе будет очень даже неплохо. Давай-ка я возьму здесь маузеров. Раз, два, три, четыре. Ну да, еще один поединок там еще остается у нас. И все. Так, это у нас получается какой? 90-е, да? И сейчас еще 10, это 80-е. И следующее 70-е. 70-е место будет, да? А это в Лиге Сёгунов 3 звезды. И надо было посмотреть, сколько у нас бакинских. Потому что если... Баксов мало, ребят, пока. Даже 1000 нету. Там нужно 1200, по-моему, на... На сколько? На 50 откатов, по-моему. Я могу, конечно, сейчас ошибиться. Вот, ну что-то около того. Раз, два, три, четыре. А, еще поединок, ребят. У нас еще один поединок, оказывается, будет. Я думал, что это последний. Нет, персонажей хватит. Ну, соответственно, маузер здесь рулит. Даже вот, вот даже, ребят, по анимации видно, что немножко подтормаживает. Хотя у меня никаких загрузок нету, ничего нету. Единственное, что сейчас рендерится через Adobe. Это Universum, по-моему, третья серия. Не, я, конечно, понимаю, что он жрет этот. На рендеринге жрет очень много ресурсов, ребят. Плюс еще сам эмулятор не кисло поджирает. Раз, два, три, четыре. Ну что, возьмем? Да, давай, наверное, маузер возьмем, не будем использовать с тобой кунаичи. Можно было бы, ну, маузерами 100% разнесем в хлам. В хламину. Даже музыка, слышно, даже немножко, ребят, подтормаживает. На-ка. Ну что, с ареной на сегодня у нас получается все, ребят. Арену мы... Завершили. Какое там место у нас? 58-е будет? 58-е. Так, зайдем в магазин, заберем бесплатно пак. Так, бибоп выпадает. Ну и идем, естественно, выполнять сразу же ежедневные задания. Так, проходим серию испытаний. Давай вот сразу же пробежимся здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, такой командой мы быстро должны, в принципе, разнести здесь все и всех, и вся. Поехали. Ну, маузеры, давайте. Ваш выход, так говорится. Серьезно, что ли? У нас массовых атак нету. Готовы. Ну что ж, мы их распластали, друзья мои. И двигаемся дальше. Сейчас будем прокачивать нашего Рафаэля, как всегда. Нашего Рафаэля. Кстати, надо посмотреть, сколько мутагена. 51 тысяча. То есть, ну да. Получается, что Рафаэля и качаем по навыкам, и качаем, ребят, по уровню. 80-й уровень.
он у нас получает. Так, значит, нам нужно с тобой 5. 5 кружек. 1 есть. 2 найдена. 3. 4. 5. 5 кружек нам надо было, да? Улучшаем, друзья мои. До 4 ступени и дальше. 6 геймпадов, блин, 6. 1 есть. Геймпады, блин, противно искать, конечно. А, что геймпад, что джойстик, они оба в золотой рамке. То есть сложность их нахождения велика. Повышенная, так скажем. Ну да, нам выпадает джойстик. Мне нужен геймпад, а нам выдают джойстик. А когда нам нужен гейм... Ну, а когда нам нужен джойстик, будет выпадать геймпад. Такая вот фигня, ребята, в этой игре творится. Все. Пиццы больше нету. И мы нашли с тобой всего лишь 3 геймпада. Такс. Забираем здесь наши все задания выполненные. И переходим на испытания, ребят. Переходим на испытание союзники. Вот таким вот образом. А вот интересно, если я, например, поставлю на автобой, как думаешь, они справятся? Давай проверим. Ну, всего лишь 3 волны, хочу просто глянуть. Угу. Значит, решили они, короче, не использовать свои массовые атаки. А, нет, наоборот, используют. Молодец. Так, переходим на вторую волну. Здесь у нас Эйприл, Мундагика и Кейси Джонс. Так, решили в рукопашку, да? Угу. То есть, ну вот это чересчур. Ну зачем на одного тратить валун, блин? Всегда меня вот это вот выбешивало. Зачем он это сделал? Так, понятно. Кирби сразу ушатали, Мундагека упал. Ага, Роквелл, ну и остается Железноголовый, ему крышка, ребят. Тем более у Лапекс была двойная атака. Так что, молодцы, расписали. Причем довольно быстренько. Ну что ж, теперь наше дело, ребят. Наше дело получать эксперт снаряжение. Поехали. Опа! О-хо-хо-хо-хо! Друзья мои, вот я обожаю, когда все получается с первой попытки. Это просто какое-то блаженство. Опять же, поставил на автобой, ребят, посмотрим, как он здесь справится. Но противник уже не 60-го уровня, а все-таки 80-го. То есть довольно легкая победа здесь не намечается. Так, этот пиццей, этот гранатой, этот делает отхил. Берет провокацию. Плюс еще он делает на нас замедление. Вот железноголовый, а. Он медленный, ребята, но вот если он на себя поставил вот тут фигню, как говорится, провокацию, блин, пока его не шваркнешь, ничего другого не сделаешь. Так, Лапек сделает массовую. Ага. Надо морозильнику, молодец. Армагуша знает, ребят. Так, этот берет провокацию, дразнит нас. Получил своим этим зэковским сапогом по морде. Так, вот здесь немножко похуже. Здесь слэш и этот кожеголовый. Все, основную шайку-брайку мы разнесли. Ну, конечно, Эйприл захил, начинает сразу делать. Меткость нам понизили. Но я думаю, что... Оу! Вот, ребята, что значит меткость понизили. Мы не попали валуном, прикинь. Мы не попали супер валуном по нему. Изи. Изи. Разобрали. В общем, ты сам все это видел. Так, ну что, снаряжение союзники, и давай теперь эксперт снаряжения.
фармить. Катушка с пленкой. Доллары. Ай-яй-яй. Ребят, похоже... Да, здесь, похоже, нам не улыбнулась удача. Ну что ж, друзья мои, все бывает и не бывает. Мы с вами на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.